Пепнулся на игрока, тут страшная ситуация. Вот он как бы лежит, он как бы погиб. Да, тут такие ребята просто кроют его просто на прикрытии. Ну так, на всякий. Всем здорово, с вами Бэшик. Как же люблю репорты на лимит. Заходишь такой, смотришь. Ну, ребята вроде вдвоем играют на Макс 3. Ну, хотя в доме их трое. В соседнем доме их там двое и другой. В еще одном соседнем доме там двое и третий. А потом они пишут в чат, да мы втроем играем. Ну, я смотрю, как они играют, смотрю, значит, лечу за ними. Они вот на вертолете летали, и хопочки, нас уже тут пятеро. То есть состав получается какой у нас? Вот Эска, Родион и Аше. Они как бы, ну как бы играют вместе. Но по факту их вон какая толпа получается. И вот за это забанишь, и напишут в личку. Мы просто разговаривали. А у них тут просто какой-то дестрой лютый творится. При этом репорты на лимит на них уже прилетали несколько раз. Вот она вышла, наша армада. Армия в натуральную величину. Один садится за штурвал. Остальные что-то думают, что-то ждут. Давайте воспользуемся легеньким байтом. Меня увидели. Ого, приложили как смачно. Болтовочка, это, конечно, страшно, да. Не вывезешь, чел. Просто не вывезешь. Чел, ты дефолт 2D. Не вывезешь последствий, чел. Не вывезу последствий. Давай, дружище, я думаю, ты вывезешь точно. Отдыхай, брат. Не, чел, все, пи***а тебе. Просто молись, просто, дружище, просто молись. Просто молись, дружище. Оу, я понял. Мы, говорит, идем. Ну давай. Поздно. Давай. Беги. Попробуй меня завалить. Новик, беги! На подмоченных штанах убежал. А чё, что так убегаешь? Я стреляю, щель. Беги. Отдыхаешь. Ага, отлично. Ой. А чё такое? А чё второй под вертолетом погиб, что ли? Не пойму. Умер от кровопотери. Интересно получается. Я не пытался, но оно как-то так вышло. Ну чё, ребята, нормально, вчетвером. Против одного не вывезли. У меня, кстати, даже гуд-мода нет. У меня был такой случай, когда напарник выходил из вертолета и попал как-то под него. Притом он был пилотом, сам вышел, сам под него попал и сам погиб от вертолета. Вот как с этим товарищем произошло. Он тоже, видимо, слез и сразу же погиб. Собирается компашка. Вот их получается снова трое. И вот этот товарищ с ником Эска еще не долетел, видимо. Он там что-то тоже лут собирает. Опа, опа, бойцы собрались, самые жесткие. Чего вы тут ищете? Ой, мне что-то графика как в Майнкрафте, жестко. Все, графика как в Расте, как должно быть, хорошо. А что у нас там по авторизации-то было? Вроде здесь нормально все было, только что смотрел. А, ну здесь получается вот у нас. А он в замке. Да, точно, уже не в шкафу, он в замке. Ага, правильно, в этих замках уже народу наавторизовано нормально, да, как бы? Ну, конечно, тут уже нормально наавторизовано. Ну, садитесь уже в вертик, ребят, я тоже хочу с вами полетать. И мы устроим нормальную такую покатушку на вертолетике. Давайте, я тоже, ребятки, пассажиром, значит, буду. Ага, с вами рядышком, в инвизике. На кайфулях летим. Сейчас можно появиться, можно потом исчезнуть. Они все равно не заметят ничего, потому что я в инвизе. Так, можно пилота, в принципе, грохнуть, и мы упадем по красоте. Будет весело. Мне интересно долететь до пункта назначения. Опа, интересный дом, да? Ну, там, походу, уже зарейжено. Угу, угу. А? Что-то замечает. Сейчас на будем бахать, да? Базуки есть, пулеметы есть. Так, по-моему, мы приземляемся. Ой, братишка, хорошо, прям приземлил, шикарно, мне нравится. Ну, тут, конечно, неудобно выходить, но нормально пойдет. Давай, ребят, выгружаемся. Начинаем толпой отстреливать всех. Да-да-да, вот примерно вот так вот. Ну, давайте, ребятки, начните бах-бах. Ну, давайте, чего ж вы такие жесткие-то? Кепку вчетвером на одного нормально вынесли. Ребята максимально скучные, бегают, смотрят по сторонам и ничего не делают. Но я кое-что придумал. Раз уж у меня есть тут админский полет, вот эти все дела с инвизом и прочим, с гудмодами. Но я без гудмода, просто в хорошей броне. Я их сейчас просто с разных сторон буду отвешивать. Вот так вот. Вот так. Убегай, дружище. Ой, коврик кончился. Коврик кончился, меня убили. Вы посмотрите, как он меня просто выпилил. Красота, да? А он, кстати, неплохо зажал по мне. У него был просто хэнд-хэнд. Лек-лек. Интересно зажимает товарищ. Так, давайте отсюда позажимаем. Где там этот товарищ, который очень хорошо в меня зажал? Не, ну пулика это, конечно, жестко. Это бан просто. Так, мне нужен этот эска, эска, эска. Эска очень интересный. Хорошо, ладно.
Ох, как мне смачно прилетело. Отхожу. Отхожу. Файтиться с ними неинтересно. Нормальный байт. Нормас, нормас. Хоть кого-то завалил. Ого. Он сейчас за 151 метр дал. Хороший такой зажимчик. Нифига себе. 149. Леклехэт. У него макрос или что-то такое стоит. Потому что так не стреляют. Прям люто. Он волненосно спиливает. Он, кстати, меня спилил в хорошей броне. Мне это сразу показалось немножко странным. Поэтому его на проверку вызову. А остальных можно просто в бан. Но сначала повеселимся. Тоже к нам лезет. Опа. 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 Ладно, с этими все ясно. Часть за лимит. Один у нас пойдет на проверочку, если я, конечно, успею его вызвать. Так, братишка, давай посмотрим. Ага, ага. Вот так вот, да? Вот так вот, да? Отлично. Я понял. Неплохо так. Ну давайте подождем, все равно вдруг дискорд добавится. Обидка, да? Она раз макросом не дал погонять на кайфе. Такие зажимы на 150 метров, братиш, как бы не катят, потому что я видел, как люди умеют стрелять. Прям красиво умеют стрелять. Но тут что-то странное дичь. Меня просто выпилили струей. Жалко, что я мало посмотрел, конечно, как он выпиливает. Но тут прям совсем жестко. Все, ясно с ним. В общем, там у одного товарища были баны за макроса. Я уже потом посмотрел. Соответственно, он ушел за... подозрение на полубана на других проектах, там есть пруфики с других проектов. А вот этот товарищ, ну вот будет примерно вот такая причина, потому что, ну я думаю, это макрос. Значит, и не катит, ну вот это точно. А еще он песни вой спел, ну то ладно, как бы. Поэтому пусть отдыхает. Так что, как-то вот так. После такого момента, конечно же, можно посмотреть на промокод, который вот на этом экране. Но списывать его, как обычно, не надо с экрана. Все есть в описании, там же коннекты серверов, там же ссылочка на паблик сервера. Заглядывай. Вы были вызваны на проверку по подозрению запрещенного ПВ. Ай, чертяка, конечно. Молодец, молодец. Сейчас скину. Момент, сейчас, значит, скину ДС, да. Че он, интересно, ответит нам или нет? Он, кстати, вот зашел, по сути, свеженький такой. Прям зашел и сразу писать мне. Ага, хитрая морда. Кого-то еще вызвали на проверку. Ага, вот он стоит, наша радость. Ага. На проверку он тут вызывает всех. Давай, дядь. Ну чё? Как он там на проверке-то? Удачи тебе, дядь. Просто удачи. Я тебе еще и бинты заберу и облутаю. Где там мое яблоко? Ты чё, яблоко съел? Ладно, придется есть свое яблоко. Отдыхай, братишка. Тоже мне еще ворвался Супермен. Ага. Не, ну это приколист, конечно, еще тот. О как. А вовремя я зашел. Закинули репорт на этого игрока. Dead, что-то там, F00. Вот такая тут интересная статистика в магазе. И вот такой интересный Steam профиль. Ну, в принципе, все обычно. Зашел, значит, а его нет в сети. Вот я только зашел, а он вышел, думаю. Ну вот совпадение. Тэпаюсь на его тушку, а там его бабахают. А он как бы спит. Я такой, окей. И вот пока я все это наблюдал, рейдер куда-то уметнулся. Товарищ встал, проснулся. Что-то там чекает, пытается что-то понять. Давайте за ним посмотрим. Ага, ага, приземлился так интересно. Так, 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 так. Давай, лестницу забрал, да? Хорошо. Что еще умеешь? Рейдер потихоньку крадется, он его уже чекает. Он его уже чекает. Ага, по ученым, значит, долбил. Просто головы. 65, 65, 65, 36, 36, 37. Получается по 3 пули. 3 пули, 3 головы. Мои любимые чистые. Снова головы. Снова головы. Расстояния тут не сильно большие, но вот, например, вот эти расстояния-то уже поинтереснее. Если опять же посмотреть, то у нас вот идет один зажим, и у нас 3 попадания. Следом также. Так это не работает в этой игре. Бедный рейдер, он уже столько его ждет. Это что-то собирается и собирается. И собирается и собирается, и не отходит от своих ящиков. Игрок против потолка. Ясно. Вот просто в центр дома бахает. Наверное, самый логичный вариант в большинстве случаев. А потом скажу, что с просветом бахнул. А шкаф вообще спрятан не пойми где, да? А шкаф в углу. Ну. Вот, кстати, интересно, знаете, я увидел, что шкаф в углу, да? Я хочу посмотреть, куда он реально бахать дальше будет.
Ну, кстати говоря, смотрит четко в его сторону. Может, типа к камере там своей летает. Ну, прям в его сторону реально так смотрит хорошо. Что там у нас дальше идет? Просто вниз, да? До конца. А тут ничего нет. Прорейдишь просто в центр, а там ничего нет. А наш потенциальный до сих пор там что-то пытается из дома выйти. Как-то он очень медленно все это делает. А, он там вообще застраивает дом. Ну, конечно, конечно, да. По прошествии некоторого количества времени у нас прогресс. Он все-таки дошел до вот этой двери снизу. Поднялся. Открыл-закрыл ее. О, снова открыл. Так, что там, сейчас зажимать собрался? Я зажим тоже какой-то странный у него. Больше похож такой на обычный отрывистый. Но статистика, конечно, у него не очень странная, она у него лютая. Но он, в принципе, раз-раз, попал в него так нехило на 166 метров. Нормально он жмет. Да, он его чик-чирикает прямо сразу через стенку внизу. Там, конечно, логично понятно, что где-то может внизу быть, но... У него чик-чик такой нормально идет. А вот этого товарища он пока как бы не заметил. Отлично, он вышел из дома наконец-то. Ну, грохни ты меня, давай. Ну. Вот так, отлично. Давай, теперь попробуй меня слутать. Грохнул меня на моей кибитке, а побежал в итоге домой. Зачем? Непонятно. Может, за лестницами на самом-то деле. Вот прям за лестницами реально, да? Я в такое верю. Такое вполне может быть. Ага. Бежит. Сейчас, походу, будет лестница ставить. Да, лестница будет ставить. Да, он по лестницам просто мастер. Ага. Куда оружие делось, да? Куда ж оружие делось? Опа. Опаньки. А как это работает? Опа. И слутал теперь я тебя. Угу. Сломали все его лестницы. Наряжается. Вы посмотрите, какой он жесткий. О как. О как. Кто такие битву к нему под дом строит? Может, попробую запрыгнуть, наверное, да? Но, наверное, не прокатит, мне кажется. Высота все-таки немножко выше, чем надо. Ну, он-то сейчас закинет просто гренку. Криво, правда, да? Пытается второй раз и закинет уже четенько. Сейчас будет трехочковый. Да. О, как. А вот это уже было прикольно. Я ж прав, да? Это читы. Это вот он здесь заполз просто. Логично. Молодец, дружище. Молодец. Как ты выбираться-то будешь отсюда? А тут что-то есть? Я просто не вижу, наверное, в камере, да? Да, тут шкаф был, он так на него легко запрыгнул, да? Ага. Давай, братулятик, пообщаемся. Уничтожен просто. Пропишем бессмертие, возьмем побольше сишек, начнем хату выносить. You are the enemy? О, заговорил. Hate me, что-то такое там. Не, я не hate me, я просто как бы разнести хата, забанить игрок. О, солома, кстати, выжила, прикиньте. Она реально выжила. Опа, у меня новое оружие, смотрю, да? Что там еще? Так, у тебя костяшка была, да? Ну, давай попробуем. Вот так. Опа! Солома, скорее всего, неспроста, да? Я так и думаю, что она неспроста здесь. Ага. Что у нас тут по луту? Плавишь там на кайфе. Кстати, на всякий случай, давайте попробую запрыгнуть, вдруг у меня получится. Оу, получается, я смотрю, да? В общем, с ним все ясно. После того, как его убили... Он внезапно вышел из игры. Не, ну, а как так? Если его убивают, то играть, наверное, не надо. Что у нас тут по луту? Ну, в общем, чей-то лут будет, окей. До свидания. Хорош, наконец-то я дождался. Ну, тут понаписали, конечно, всяких жестких сообщений. Ну да, он играл, в принципе, с читами. Это было даже понятно примерно по комбатлогу, но не до конца. Ну, флейхак это прям красота вообще просто.